Акция направлена на объединение усилий людей, которые готовы подумать о безопасности детей в период летних каникул. Администрация города Искитима поддержала данную акцию, призывает граждан включиться в работу по предупреждению и профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Информация о том, что где-то существует угроза для детского здоровья, не должна замалчиваться. Если вы точно знаете, что данная дворовая территория принадлежит на обслуживание, находится у той уполномоченной компании ЖЭО, обслуживающей компании, да, то, конечно, надо звонить туда, потому что так или иначе все равно им придется этим заняться. Нам уже в крайнем случае, когда не знают, и тогда мы уже будем искать пути, как выйти на ту управляющую компанию, которая обслуживает ту или иную территорию. Городской совет отцов пока в малочисленном составе, только начинает свою работу. В будущем он окажет общественную помощь, уверена Елена Княжева, а также поддержит органы власти в сфере коммунального хозяйства. Информация от бдительных искитимцев уже поступает. Если и вам известно о небезопасной для детей игровой площадке или о нарушениях в местах массового отдыха, досуга и развлечений, вы можете позвонить по телефону 4 20 90.